Так делать не нужно. В данном случае речь о жителях региона, которые, встретив дикое животное, решили его подкормить. Недалеко от Мурманска компания рыбаков повстречала рыжую плутовку. Лесная красавица бродила в поисках ужина и очень удачно наткнулась на северян. Они не смогли отказать хвостатой даме и накормили ее своим уловом, всеми тремя рыбами, которые поймали. Лисица с удовольствием поужинала и убежала обратно домой в лес.